Значит, друзья, всем привет, с вами Олег. Сегодня у нас на обзоре будет такая вот бюджетная бритва от компании Remington, серия Comfort. Модель называется PF7200. Такая вот у нее упаковка. Непосредственно посмотрим, что у нее идет в самом комплекте. Значит, бритва работает от аккумулятора. Так, комплектуется, я смотрю, ага, вот есть. Значит, есть инструкция на русском языке, гарантийный талон с печатью и вот список сервисных центров. Значит, здесь у нее зарядка, щетка для чистки, колпачок для ножей, для самой сетки. И вот она вот запакована в такой блистер. Значит, как заявляет сам производитель, она работает приблизительно 40 минут от аккумулятора и заряжается приблизительно где-то 900-960 минут. Значит, она довольно-таки небольших размеров, она очень удобная в руке. Приятная. Значит, вот кнопка включения самой бритвы. Есть индикаторы зарядки. Значит, заряжается вот непосредственно на через этот разъем. У нее есть вот такой вот откидной триммер и сетка, которая состоит из двух ножей. В принципе, она вот так вот снимается. То есть здесь можно все прочистить. И ножи, сами ножи у нее отсоединяются проворотом в правую сторону или влево, в принципе, такому как удобно, да. И также само одевается, вставляется и проворачивается вот таким образом. Вот такая вот интересная бритва бюджетная. В принципе, кому понравился обзор, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Спасибо за просмотр. Всем пока!